Спокойно, спокойно. Не надо резких движений. Мы сейчас все обсудим. У меня есть деньги. Простите, господин Карский, но этот документ в корне меняет все дело. Вы можете объяснить, откуда он взялся? Мы все умрем. Я так и ничего не увижу. Я вспомнил! Это же вы ухаживали за мной, когда меня похитили! Да, я действительно ухаживала за вами. Я очень рада, что вы меня узнали. А вы? Вы та самая девушка, которую я обещал спасти. Это ангел! Вы меня все-таки спасли, спасибо. Я каждый день молюсь о вас. Простите, господин Карский, вы можете объяснить, что здесь происходит? Вы подписывали этот документ? Вы понимаете, так случилось, что... Ну, последние несколько дней просто у меня выскочили из памяти, и только какие-то короткие вспышки. Вы извините, я просто не помню, подписывал я что-то или нет. Ну, подпись вроде моя. Да, я посмотрю. Подпись абсолютно точно ваша, и любая экспертиза это докажет. Да какая к черту экспертиза? Так, стоп. Давайте возьмем тайм-аут. Вот именно таких прецедентов в моей практике еще не было. Мне нужно обсудить это с коллегами, чтобы выработать дальнейшие действия. Хорошо. Я предлагаю нам всем поехать к нам домой и все спокойно обсудить. У меня очень много вопросов. Всего доброго. Спасибо большое. Осторожненько. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Сергей Леонидович, я готов оказать вам любую профессиональную помощь. Спасибо, но мы пока не понимаем, в чем она может заключаться. Сереж. Жень, пойдем. До свидания. Алена, скажи... Сереж, подожди. Прежде всего я хочу выяснить, кто похитил Сергея Леонидовича. Я этого не смогу вам сказать, я не знаю. Дело все в том, что нас тоже похитили. Точнее, похитили Лизу, а потом уже меня привезли к ним в сторожку где-то посреди леса. И сказали, либо я выполняю все приказы, и мы остаемся в живых, либо... А что конкретно от вас требовали? Я должна была делать Сергею уколы и следить за его самочувствием. Какие препараты я вводила, пожалуйста, не спрашивайте, потому что... Ампулы привезли без маркировки. Кто привез? Какая-то женщина, блондинка. Я не смогу вам точно описать, как она выглядела, потому что я почти на нее не смотрела. Мне было очень страшно. Зачем вы вообще ей понадобились? Она что, не могла делать укол сама? Извините. Понимаете, далеко не все люди могут самостоятельно сделать укол в вену. А еще мне показалось, что она не хотела светиться. Может быть, вы с ней знакомы? Было такое подозрение. А еще она хотела заставить вас подписать дарственную на ее имя, но вы отказались. Я вообще этого не помню. Вы меня, конечно, извините, но, по-моему, это какая-то подстава. Ну. Господин Стивенсон, я принес воду.
Будут еще указания? Нет, но сегодня ты свободен, можешь идти. Очень легко обвинять. Вспоминайте. Вы сначала отказались подписывать все документы. А потом вы все переписали на Лизу. А я в благодарность за это придумала, как вас спасти. Ой, как интересно. Интересно. Как же вы собирались его спасать? Я сделала Сергею укол. И выдала его за мертвого. Я думала, что нам это поможет. А потом, когда блондинка узнала, что он умер, она сказала: извините. Раз уж он так не вовремя скопытился, то это прекрасный повод кое-кому его отвезти в качестве сувенира. Да, отличный получился сувенир. С этого момента я вообще перестала понимать, что происходит, и не знала, чем закончится. И мы с Лизой сбежали. Ну, вы молодцы, вы молодцы. Вы получили дарственную, вы сбежали. А он в бессознательном состоянии, пускай сам выкручивается, да? Слушайте, как вам не стыдно? Вы понимаете, что я должна была спасать свою дочь? У меня вообще никакого другого выхода не было. И в конце концов все получилось. Зачем это сейчас вообще обсуждать? Ну, допустим. А скажите, а на чье имя была составлена первоначальная дарственная? Мария Александровна Кузнецова. Мария Александровна Кузнецова? Да. Вы серьезно? Жень, ну подожди, ну ты сама говоришь, не надо торопиться с диагнозами, ну. Скажите, а что у Лизы со зрением? А вы разве не помните? Врач сказал, что можно сделать операцию, и я смогу видеть. Но это очень дорого. Так вам для этого нужны деньги? Так давайте я оплачу операцию. Сереж, ты с ума сошел? Они мошенники, я не верю ни одному их слову. Женя! Да вы готовы обвинить меня вообще во всех смертных грехах? Лишь бы не отдавать деньги. Ну, подождите, зачем вы так? Я хочу все по-человечески решить. Мам, давай согласимся. Пусть он оплатит операцию, мне больше ничего не надо. Тебе в первую очередь не надо сдаваться. Как только на пути встало первое препятствие. Я не верю вам. Нам деньги нужны не только для того, чтобы вернуть Лизе зрение. Нам потом придется прятаться от этой женщины как можно дальше. А еще нам необходимо будет на что-то жить. Отказаться от оплаты операции еще проще. Пойдем. Пойдем. Я буду добиваться справедливости для своей дочери в суде. Я хочу, чтобы вы это знали. Счастливо оставаться. Удачи. Вам тоже. Осторожно. Осторожно. Сережа, ты понимаешь, что они аферисты? Они хотят тебя обмануть. Я вот сейчас позвоню Перфильеву, и он выведет эту Алену на чистую воду. Не надо звонить Перфильеву. А вдруг все, что они говорят, это правда? А вдруг я действительно обещал помочь? Вдруг они действительно спасли мне жизнь? Но они же не виноваты, что я все забыл. Сережа, я не понимаю, зачем тебе вся эта игра благородства? Да какая игра, Жень? Хорошо, только ради тебя. Я могу предположить, что они говорят правду. Тогда у нас что получается? Получается, значит, Ирен мертва. Кто такая таинственная Кузнецова, мы не знаем. Чего она хочет, понятно, она хочет твои деньги, так? Деньги теперь не моя, Лиза. И думаю, что эта Кузнецова об этом уже знает. Допустим. Что же она будет делать? Убивать Лизу ей невыгодно, потому что деньги она так не получит, так? Ну, я надеюсь, что меня ей тоже убивать незачем. Ну, да. Что же она сможет предпринять? Неужели она опять захочет похитить Лизу и заставить ее переписать на себя свое состояние? Но для этого Лиза должна эти деньги сначала получить. Меня больше всего бесит, что я ничего не могу вспомнить. Как меня похитили? Что там происходило? Может, устроить какой-нибудь стресс? Говорят, помогает. Тебе мало стресса, да?
Давай позвоним Кеше. На Кеше здесь причем? Кеша врач. А. Угу. Он может посоветовать тебе какого-нибудь специалиста, который поможет тебе восстановить память. М? Тебе же самому надо избегать стресса. Алло, Кеш, привет. Здравствуйте, вы кому? Здравствуйте. Доброе утро, мы на прием к доктору Венгерову. Вы знаете, его еще нет. Можете подождать? Не судьба. Паш, привет. Это к вам. Здравствуйте. Добрый. Вы доктор Венгеров? Нет, я его секретарь, Лев Брагин. А вы к Роману Романовичу? Да. Пойдемте. Ой, Лёвушка, как я рада, что вы раньше пришли. Можно я быстренько уберу в кабинете, конечно, пока Венгерова нету? Сейчас быстро там разберусь. До себя. Проходите. Мама. Ой, господи. Присядьте вот сюда. Ой. Приехали. Ну что, я звоню Перфиреву? Да, давай. Как вы? Извините, я с детства вид крови не переношу. Он, правда, мертвый? К сожалению, да. Алло, алло, Федор Михайлович. В общем, Карский с Евгенией ушли, а у нас еще полдня офис на ушах стоял. Да. Что ж теперь будет? Пока непонятно. Но мне кажется, им надо помочь. Для начала я бы запросил у клиники, где лежал Карский после похищения, результаты обследования. Зачем? Ну как зачем? Надо зафиксировать наличие седативных или психотропных в его крови или что-то на кого, я не знаю. Ну хорошо, ты получишь это подтверждение. Что дальше? А дальше эта бумажка может стать серьезным подтверждением того, что Карский действовал не по своей воле, а под давлением. И ты думаешь, что Карский откажется от своих слов? Он никогда этого не сделает. Если ты хочешь стать хорошим юристом, научись разбираться в людях. И после столь пламенной речи ты и дальше будешь мне уверять, что у вас с Карским чисто дружеские отношения? Ты дурак. Мил, подожди. Вчера вы тоже работали? Да, мы со сменщиком неделю через неделю работаем. Так удобней. Понятно. Во сколько вы ушли? Обычно мы дежурим до 10, но вчера меня Венгеров отпустил в 7. Сказал, сам офис закроет и на сигнализацию сдаст. Куда вы отправились после работы? Я поехал за сыном. У меня сын хоккеем занимается. Вот я и жене позвонил, что за ним заеду. Вас кто-то видел? Да, да, тренер видел, родители видели, дети. Я там был до 9:30. А потом мы поехали домой. Хотите, я вам адрес напишу, ну вот, секции, для проверки? Напишите, обязательно напишите. Скажите, камеры в офисе есть? Нет, камер нет. Венгеров психотерапевт. Ну, конфиденциальность, все дела, ну, понимаете? Все ясно. Пишите адрес. Ну, что скажете, Евгения Веленовна? Множество ножевых ранений, 10 явных. Смерть предварительно. Наступил между 20 и 22 часами, а остальное после вскрытия. Хотелось бы побыстрее. Так, где у нас секретарь? Красцов со мной. Все, почти закончил. Слушай, надо Кеш позвонить. Да. Вы секретарь? Да, да. Пожалуйста, пойдемте на улицу, поговорим. Поговорим, поговорим. Все непременно на улице поговорим, а пока здесь. Когда вы последний раз видели Венгерова? Вот только что. Шутите? Хорошее чувство юмора у молодого человека. Живым, голубчик, живым. Ага, живым.
Жил вчера в 7:30. Вы так точно запомнили время? А, нет. Я отпроситься зашел. У меня был назначен прием у стоматолога в 20:00. Ой, как! Зубки болят. Профилактика. Правильно. Я два раза в год хожу по графику обязательно на... Правильно, правильно. Надо за зубками следить. Это все мы никак не успеваем. Много работы. Понятно. И что же, Венгеров так свободно вас отпустил? Да. Я сразу же ушел. А утром... Что такое? Господи, извините. Ничего. Кравцов, возьми адрес клиники. Надо будет проверить алиби. Есть. Скажите, голубчик, у вашего начальника были конфликты? Возможно, с пациентами, коллегами, друзьями, родственниками? Возможно, ему кто-то угрожал? Нет. Нет, он... Ничего такого не было. Он был спокойный человек. Господи, неужели он там мертвый лежит? Абсолютно. 10 ножевых ранений. Кравцов, отведи молодого человека на улицу. На нем лица нет. Сделаю. Сами идти можете? Пойдемте. Все, Евгения Веленовна, я все пробы взяла. Погоди, Асенька. Погоди. Скажи-ка мне, что ты думаешь по результатам вскрытия? Ну, по поводу времени смерти я с вами согласна. С 20 до 22. Угу. Ну, а причина-то очевидная. Я даже не знаю, что тут сказать. Вот смотри, сколько мы с тобой насчитали ножевых ранений? 15? Да. Ага, и сколько из них смертельных? 2. И это похоже на убийство в состоянии аффекта. Или убийство, совершенное человеком с нездоровой психикой. Но я тут подумала. Что это может быть похоже на имитацию действий в состоянии аффекта. Все это очень интересно, дорогие дамы. Добрый день. Здрасте. Ну, у меня для вас есть кое-что новое. Наша лаборатория по моей смиренной просьбе провела экспертизу крови на одежде убитого и обнаружили 2 совершенно разных вида ДНК. Что вы на это скажете, уважаемая Анастасия, если не изменяет память, Георгиевна? Будьте любезны. Ну, я скажу, что убийца случайно поранился и оставил след своей крови. И теперь его будет легко найти и доказать его вину. Молодец. В лабораторию. Все было бы очень весело, Евгения Веленовна, если бы не было так грустно. Дело в том, что в нашей базе подобных образцов ДНК не нашли. Так что, если преступник и попадал под поле зрения полиции, то это было до 2009 года. Следок, конечно, интересный, но совершенно бесполезный. И применить его можно только в качестве доказательства. Федор Михайлович, но ведь кроме базы преступников есть ведь еще и другие базы ДНК. Согласен. Дам задание своим спецам, пусть поищут. Хотя шансы очень малые. В любом случае, рад был вас повидать, Евгения Веленовна. Девушка способная. Привет. Привет. Что там у вас с Венгеровым произошло? А то я по телефону толком ничего не понял. Кого? Кого убили-то? Венгерова убили. То есть как? Вот так. Кто? А я откуда знаю? Перфилев ищет, но пока глухо. Черт возьми. Хороший доктор был. Ну, давай я тебе другого спеца найду. Не надо. Думаю, мироздание достаточно ясно подсказало, что и без гипноза неплохо. Мне сейчас, наоборот, как никогда, здравый ум нужен. Нафига? А, ты же ничего не знаешь. Оф. Слушай, у нас тут такое закрутилось. Серега, дай мне что-нибудь пожрать, и я весь внимание. Лишь бы пожрать. Пожалуйста. Игорь Степанович,
Давайте не будем излишне нервничать и попробуем постепенно во всем разобраться. Прошу вас, вот заключение эксперта. Следы вашего ДНК обнаружены на месте преступления. Если я не ошибаюсь, вы проходили службу в горячих точках. Ну да, я врач, военно обязанный, я служил, и что? Во время службы вы сдавали образцы ДНК? Да, сдавал, приходилось. А при чем здесь это? Мы нашли вас в базе военнообязанных, поэтому я хочу спросить вас про ваше алиби. Какое к черту алиби? Вы требуете от меня алиби, а откуда ему взяться? У меня нет никакого алиби. Я не убивал этого вашего... Венгерова. Венгерова, да. Как я мог убить этого Венгерова, если я в глаза его не видел? Как я мог убить человека, если я его не знаю? Ну, тут бред какой-то начинается. Пожалуйста, пожалуйста, не будем так горячиться. В таком случае, как вы объясните следы ДНК на трупе? Вот это я объяснить действительно никак не могу. Не могу. Евгения Веленовна, вы себе не представляете, что у нас. Ответ из лаборатории пришел. Да я такого никогда не видела. В крови Венгерова обнаружили два вида ДНК. Представляете? Так это все объясняет. Да, по-моему, это только все усложняет. Как такое может быть? Вот ты пока подумай, как это может быть. Я вернусь, и мы обсудим твою версию. В результате я вынужден вас задержать по подозрению в убийстве гражданина... Федор Михайлович, подождите. Что случилось, Евгения Веленовна? Господин Никишкин, возможно, ни в чем не виноват. Простите. Сейчас я постараюсь объяснить. Вы... Не могли бы приподнять одежду? Что? Поясницу покажите, пожалуйста. А, да, конечно. Я же врач, как я не догадался. Пожалуйста. Вот видите шрамы? А это что, огнестрел? Это Афганистан. Я там служил военврачом. Я прошу объяснить, Евгению Ильиновну. Да, конечно. Я получила анализ крови Венгерова, и у него в крови обнаружено двойное ДНК. Как это могло произойти? Ну, только в том случае, если он перенес трансплантацию костного мозга. После такой операции иногда у человека в крови обнаруживается два ДНК. Одно его собственное, а второе его донора. Простите, пожалуйста. Надежда. У вас такие глаза добрые. И улыбка очаровательная. Помогите человеку, измученному жизнью. Конечно. В чем дело? Спасибо. Ой, давайте я лучше администратора позову. А давайте я сначала вас спрошу. Скажите, Надя. А возможно ли узнать, во сколько вчера пришел на прием Лев Брагин? Это легко узнать. Время выдачи карты фиксируется в программе. В очереди у нас никто никогда не стоит, поэтому узнаем до минуты. Вам сейчас? Да, если возможно. Район у вас такой небезопасный. А вы до скольки работаете? Ну, просто я мог бы проводить вас... Я подумаю. Да. Видите ли, я неоднократно был донором костного мозга. У меня 4-я группа крови и резус отрицательный. Ого, большая редкость. Да, да, да. И дело в том, что такие операции проводятся анонимно. Я не знаю ни одной фамилии. Может быть, среди тех, кому я помог, и был вот этот ваш убитый. Но я этого не знаю. Понятно. Понятно. Ладно. Гражданин Никишкин, вы свободны. Спасибо, коллега. Я вас особенно благодарю. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Добились своего. И кто же у нас теперь убийца? Позвольте спросить.
Серег, ты совсем идиот? Ты что, правда хочешь отдать свои деньги каким-то неизвестным теткам? Кеш, я все проверил. Лиза действительно слепая от рождения. Эта бедная Алена всю жизнь одна за ней ухаживала. Знаешь, как они жили на зарплату медсестры и пенсию по инвалидности? И по-твоему, это повод? Серег, да ты псих, тебе надо запереть в комнате с мягкими стенами, чтобы ты сам себе не навредил. Кеш, ну Алена мне действительно спасла жизнь. Представляешь, как она рисковала? Ведь это Кузнецова или как там ее, она же могла убить их с Лизой после этого. На, дела. Зря у тебя поесть просил. Надо было выпить попросить. Федор Михайлович, ну вы это понимаете, что здесь все слишком странно. Да я все это, безусловно, понимаю, Евгения Веленна. Что там в Ашкарске, кочевряжцы? Ему хороший адвокат нужен. Главное, надо понять, кто организовал это похищение. Кузнецова, Иванова, не знаю. Но найти надо. Надо, но как? Если бы Ирен была жива, все было бы гораздо проще. Ну, конечно, под фонарем искать легче, чем там, где потеряли. Федор Михайлович, я пробил алиби Льва Брагина, секретаря Венгерова. Ну и что, чист как слеза комсомолки? Да сейчас. Он вполне мог успеть грохнуть Венгерова, а потом поехать к стоматологу. В тот день он опоздал на прием на целых 15 минут. А нам об этом не сказал. Ну, подождите, он мог просто растеряться. Вы же видели, в каком он был состоянии. Или голову нам морочит. Трепетный такой. Зубки лечит два раза в год. Надо бы с ним предметно обо всем поговорить как можно скорее. Так я так и хотел. Поехал к нему домой, а его нет. Ну, я попросил наших спецов, чтобы пробили геолокацию. Только что позвонили. Знаете, где он сейчас? Кравцов, кто тебя научил плести интриги на ровном месте? Брагин где? В квартире Венгерова. По коням. Я с вами. Опаньки, а вот вам второй труп. Он живой. Скорую вызывайте. Скорую быстро. Осмотреть здесь все. Черепно-мозговая травма. Может быть, позвоночник поврежден. А это еще что? Похоже на дневник. И почерк явно женский. Евгения Веленовна, не сочтите за труд. На досуге почитайте, о каких страданиях тут поведано. Почему думаете, что именно о страданиях? Ну, а зачем еще барышни дневник заводят? Прошу. Ты спать собираешься или, ну, его это бессмысленное занятие? Ну его. А. Слушай, здесь такая трогательная история любви. Чего? Ну, послушай. Я смотрела в его глаза и понимала, ничто в мире не может быть важнее этих глаз. Он единственный, кто может провести меня над пропастью, и ему одному я готова доверить свою жизнь. Ну, неплохой монолог. И вот еще дальше. Вчера, наконец, объяснила все Левушке. Левушка, ты не представляешь, как я в него влюбилась. Вот так вот ходила, а потом вдруг смотрю на него и понимаю, никто мне больше не нужен. Только он. А как же я? Лев, да ты чего? Ты же самый лучший друг. Вообще-то, я думаю, что мы с тобой не просто друзья. И... К тому же он твой врач, и... Не-не-не, это неправильно. У психотерапевта не может быть отношений со своей пациенткой. Левушка, сейчас все совсем по-другому будет. И я теперь никогда не буду больше его пациенткой. Я буду его женой. Женой. Поздравляю. Ну, очень мило. А тебе зачем это?
Знаешь, здесь дальше так все трагично. Вот смотри, вот отсюда. Все кончено. Мир чего? Давай я прочту. Все кончено. Мир разлетелся вдребезги, и меня больше некому ловить над пропастью. Может, это просто фантазии? Там наброски первого романа. Не думаю. А ты можешь узнать, что случилось с этой девушкой? Почему бы нет? Как ее зовут? Сейчас. А я не знаю. Ну, тогда я не волшебник. Все, пойдем спать. Евгения Веленовна, мне позвонили из больницы, Брагин пришел в себя. Думаю, надо поехать и допросить его. Ой, боюсь, что врачи не разрешат его сейчас допрашивать. Давайте лучше я съезжу. Мне как врачу будет проще договориться. У меня появилась одна версия, я очень хочу ее проверить. Ну что ж, я не против. Я не против. Лев, скажите, а что случилось с автором вот этого вот дневника? Она умерла. Вы ее любили? Да, Света была удивительная девушка, только Венгеров не способен был это оценить. У них был роман, и он ее бросил, да? Да, она спрыгнула с крыши, а я не смог это остановить, потому что не знал, что у них происходит. И тогда вы решили убить Венгерова? Решил. Долго собирался. Но потом понял, что не могу. Кишка тонкая. И я не знаю, кто его убил. Ну тогда зачем же вы решили забрать дневник из квартиры? Не, вы все неправильно поняли. Я принес его туда. У Светы была тяжелая депрессия. Венгеров ее лечил. У них начался роман. Нормально. Для психотерапевта. Ну, это как сказать. И, разумеется, он очень быстро наигрался. Понимаете, если Света была бы в порядке, она бы легко бы пережила этот разрыв. А Венгеров, он ее окончательно раздавил. Да вы не волнуйтесь, я понимаю. Когда мама ее отдала мне дневник, я понял и решил, что я устроюсь к нему на работу и соберу компромат для полиции. Статью доведения до самоубийства пока никто не отменял. Чему же вы ничего не рассказали, когда мы нашли труп? Испугался. Могли же подумать, что это я его убил. И к тому же мне реально было тогда плохо. И я правда очень боюсь крови. И вы решили? Я решил подкинуть этот дневник в квартиру Венгерова. Чтобы полиция нашла этот дневник. Я пришел в квартиру, у меня кто-то треснул по голове. Вот я уже здесь. Нападавшего вы не видели? Нет. Это очень жаль. Вы сказали, что Венгеров ни с кем не конфликтовал. Но ведь не может быть, чтобы у него не было никаких врагов. Жена бывшая его недолюбливала. Я слышал, они как-то ругались из-за денег. Венгеров был женат, а в документах об этом ничего не сказано. Может, неофициально жили? Может быть. А как ее зовут, вы, конечно же, не знаете. Почему знаю? Аглая Гринева. Венгерова убили? Вы серьезно? Надо же. А я думала, он бессмертный. Аглая Васильевна, в каких отношениях вы были с Венгеровым? Мы 15 лет жили вместе. До ЗАГСа, правда, так и не дошли. Но я все равно думала, что я замужем, а он считал себя свободным. Когда мужчина говорит, что штамп – это не важно, это значит только одно. Ну да, я понимаю. Однажды количество барышень превысило все границы, и мы расстались. Не скажу, что я сильно жалела об этой сволочи. Я давно мечтала стать свободной и независимой. Ой, какая же у вас сумка
Оригинальная. Да, хорошая. Последняя коллекция. Евгения Юрьевна, а как вы думаете, сколько может эта сумочка стоить? Ну, тут я вам так не скажу, у меня такой никогда не было. Ну, где-то 20 сеансов у доктора Венгерова. Вот как. А какое это имеет отношение к делу? Да, собственно, никакого, голубушка. Не считая того, что, по нашим сведениям, гражданин Венгеров за последний год переводил на ваши счета крупные суммы денег. Ну, господин Венгеров был очень благородным человеком. Что вы говорите? Да. Благородная сволочь. Как это оригинально. А мне представляется, что он вам платил. И интересно узнать, за что. А мне интересно, где он брал такие деньги? Аппетит у вас, конечно. Послушайте, а что вы ко мне все цепляетесь? Какое вам дело до моих денег? Вы убийцу ищете? Ну так ищите. Мне было невыгодно убивать Венгерова. И вообще, меня в городе не было 2 недели. Я ездила в дом отдыха на Валдай. Сегодня утром вернулась. Как же вы вовремя уехали, голубушка. А может, вы себе алиби обеспечивали? А я уже туда подряд 5 лет езжу. Можете проверить. Или, по-вашему, я себе алиби готовила все это время? Проверим, голубушка. Обязательно проверим. Мы все очень любим проверять. Адресочек дома отдыха черкните. Пожалуйста. Я могу идти? Или вы меня будете задерживать? Идите. Пока. Пока вы свободны. До свидания. До свидания. Не нравится мне эта полувдова, хотя на убийцу она не похожа. Зачем же Венгеров ей платил деньги? Может, она его шантажировала? Мил, я собрал все необходимые материалы для доказательства в суде. Ого! А как тебе это удалось? Отправил запрос от имени юрколлегии в клинику, где лежал Карски. Подожди, это законно? Ну, если он наймет меня своим адвокатом, то вполне. Угу. То есть теперь осталось самое простое — уговорить Карского. Ну да. Ну, поехали. Федор Михайлович, я поняла. Это точно был шантаж, только двойной. Что вы имеете в виду? Что Венгеров шантажировал своих пациентов. Вы уверены? Ну, конечно. Если он уплатил Аглае, значит, это что-то незаконное. А чем может торговать психотерапевт? Только секретами своих пациентов. Чтобы регулярно получать деньги, нужно иметь какое-то материальное подтверждение, понимаете? Аудио, видеозаписи. Да, он вполне мог делать их тайно во время своих сеансов. Значит, убийцу надо искать среди его пациентов. Но у него была довольно обширная практика. Ох, Евгения Веленна, боюсь, дело затянется. Мне кажется, нам нужно найти компромат. Если мы найдем компромат, мы поймем, кому Венгеров был опасен. Ну, не шантажировал же он всех подряд. Кабинет обыскали, ничего не нашли. Ладно, дам задание своим спецам. Пусть еще раз пороются в компьютере Венгерова. Сергей Леонидович, ну я не понимаю. Ну зачем вы спорите? Артем предлагает хороший вариант. Милочка, я не спорю. Я просто отказываюсь. Здравствуйте, дети. Не знала, что вы здесь. Евгения Веленовна, как хорошо, что вы пришли. Да, как хорошо. Так, что-то случилось? Пока ничего не случилось, но скоро случится. Мы пытаемся уговорить господина Карского подать в суд, а он... А он? А он сам знает, что ему делать. Ясно. Ну, может быть, мы сначала поужинаем, а потом все спокойно решим. Да, давайте поужинаем. Давайте поужинаем. Пойдемте, поможете мне. Сергей Леонидович. На кухню.
Сергей Леонидович, ну я к вам, как всегда, с поклоном. Что случилось, Федор? Ну, видите ли, мои специалисты одержали убедительное поражение в борьбе с этой техникой. На айпаде сплошные фильмы, на компьютере общие бумаги и всякая чушь. Вкопайтесь, может, найдете для меня что-то нужное. Постараюсь, Федор Михайлович. Благодарю. А, поужинаете с нами? Ужинать не буду, а то, знаете, Римма Николаевна будет недовольна. А вот от чашечки чая не откажусь. Добрый вечер. Добрый. Вы очень кстати. Да что вы. Вы же следователь. Следователь, следователь. Может быть, вы поможете уговорить нам господина Карского? На что же вы хотите уговорить господина Карского? Я считаю... В смысле, мы с Милочкой считаем, что ему стоит подать в суд и опротестовать свою дарственную. О, видите ли, юноша, я, вероятно, в отличие от вас, очень плохо воспитан. Поэтому свой нос в чужие карманы не сую, если это, конечно, не касается дела. А если это как раз касается дела, нам кажется, что это напрямую связано с похищением Сергея Леонидовича. А вот что касается похищения... Сергея Леонидовича, тут мы будем разбираться самым серьезнейшим образом. А пока Сергей Леонидович спокойно поужинает, если, конечно, никто не возражает. Паша! О, Господи, какой кошмар! Ой, подожди! Сейчас! Ой, Господи! Сейчас, сейчас, секунду! Секунду! Ой. Господи, что случилось? Кто тебя так? Что случилось? Сейчас, сейчас, сейчас! Я позвоню! Я позвоню! Полицию! Вот это, следователь! Серёж, mm-hmm.
тебе не кажется, что Артем как-то очень активно пытается вмешаться в нашу жизнь? Мне кажется, что после некоторых событий в нашей жизни ты во всем ищешь подвох. Ну, согласись, что он очень вовремя познакомился с Милочкой. Только не проси меня, найди на него информацию. Если Милочка захочет, она сама прекрасно это сделает. Ты знаешь, как я отношусь к Милочке? Я просто не хочу, чтобы она потом плакала. Да? Да. А, по-моему, в тебе просто заговорил материнский инстинкт. Что? Да. Мы вполне можем рассмотреть его потребности. Я таких выводов не ожидала. Заходите. Неплохие карусельки. Это кто ж так потрудился? Ну вот вы представляете, какой ужас. Сначала доктора убили, теперь еще и весь офис разгромили. Ну когда же вы поймаете этих бандитов-то? Поймаем, голубушка, обязательно поймаем. Вы зачем сами-то с утра сюда пришли? Я? Я за своими вещами. У меня там рабочая одежда и обувь. Знаете, я в этом здании больше не останусь. Надо искать другую работу. Ну понятно, другое понятно. Место. Скоро приезжала? Да, приезжала. Помощь оказали, а от госпитализации он отказался. Ну вот что, Кравцов, запиши-ка все показания Карелии Андреевны и отпускай ее. Слушаю. Так, давайте, пишите сразу. Тю-тю-тю-тю, не утруждайтесь, голубчик, сидите. Ну давайте, рассказывайте, что здесь произошло. Да, я сам ничего не понял. Меня хозяин помещения попросил месяц еще доработать. Ну, мало ли, арендаторы придут или еще что. Ну, все было спокойно. Я собирался уже домой. Вышел на крыльцо, и мне в лицо что-то прыснули. Дальше я ничего не помню. Кто брызнул? Мужчины, женщины? Сколько их было? Один, двое? Да я не видел. Понятно. Ладно, что было дальше? Так, а что дальше? Я потом очнулся вон там, с кляпом во рту, руки, ноги связаны. Я даже потом обрадовался. Как интересно. Чему же обрадовались? Ну как, чему? Меня уложили, чтобы я их не видел. Значит, не убьют? Логично. Ну, уши. Уши-то у вас остались. Ну, вспоминайте, что слышали? Так, а что слышал? Ну, ругались, матерились, что не могут ничего найти. Кто, мужчины? Да. Сколько голосов было примерно? Ну, сколько? Не один, точно. Ну, не знаю. Информации не густо. Лиза! Лиза! Лиза, я тебя очень прошу! Лиза! Стой, пожалуйста! Лиза, я же тебя просила никуда не выходить из дома. Мам, я не могу так больше жить. Почему мы все время должны сидеть дома? Я там задыхаюсь. Почему мы не можем просто пойти погулять? Доченька моя, надо потерпеть. Очень скоро, я тебе обещаю, мы будем гулять совсем в других местах. Самое главное, я тебе обещаю, что ты будешь видеть улицы, по которым мы гуляем. Мне уже не верится, что это когда-нибудь случится. Милочка моя. Пойдем домой. Я тебе сварила какао. Пойдем? Такая у нас складывается ситуация, Евгения Евгеньевна. Он бы сказал, весьма и весьма странная. Да, кто-то что-то упорно ищет, но мы не знаем никто, ничто. Кстати, наш драгоценный господин Карский нашел что-нибудь в гаджетах Венгерова? Сейчас. Нет, пока нет.
Плохо, плохо, очень плохо. Ну да, трудно искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если ты мышка. Кстати, о мышках. Мне кажется, я знаю, кто может нам помочь. Лев, мы почти уверены, что у Венгерова был компромат на его пациентов, но в компьютере ничего не нашли. Так он ничего не хранил на компьютере. Я сколько там раз рылся, и нифига. Может быть, флешка? Или какой-нибудь запасной жесткий диск? Может, он вообще хорошо прятал? Да, может быть, спрятал. А чем он вообще интересовался, ну, кроме кино? А с чего вы взяли, что он интересовался кино? Как? Ну, у него на планшете собрана огромная фильмотека. Да. Странно. Я ни разу не замечал за ним этой страсти. Да? Очень хорошо. А, спасибо. Поправляйтесь. Киношечки, значит, смотрим, да? Извини, я увлекся. Увидел фильм «Детство», «Весна», и вот не могу оторваться. Ну, мог бы и меня пригласить на просмотр, я его тоже очень люблю. Да я вообще не собирался смотреть. Смотри. Я не могу, Аркадий Михайлович, к сожалению, это для меня очень трудно. Так, слушай, Карский, короче, нужно проверить все видеофайлы и сравнить хронометраж. Я уверена, что компромат находится именно здесь. Сейчас, подожди, на паузу нажму. Так я поэтому и включил его. Потому что смотрю фильм на полчаса длиннее. Думаю, может, какая-то авторская версия Александрова. Нет, здесь все гораздо лучше. Давай. Включай ускоренное воспроизведение. Это что, это кощунство? Понимаю. Но ради великой цели боги нас простят. Ну, давай. Так. Стой, стой, подожди. Вам хорошо, спокойно. Вы готовы отвечать на мои вопросы? Когда последний раз вы принимали наркотики? Вчера. Что конкретно вы принимали? Герыч, конечно. Вы пришли ко мне лечиться? Нет, мне папа велел. А что вы сейчас хотите? Уколоться. Друзья мои, а в чем, собственно, дело? Ну, хорошо, эта девушка страдает наркотической зависимостью. С чего вы взяли, что это она убила? Да нет, Федор Михайлович, вы не поняли. Не факт, что убила именно она. Просто это непростая девушка. И я про нее все уже выяснилось. Ну, чтобы вы не беспокоились. Спасибо за доброту, Сергей Леонидович. Очень рад. Значит, эта девушка – дочь мэра города Старомосковска, Инсарова, которая в данный момент ждет назначения на следующий срок. Ну и вы понимаете, что любой компромат может поломать все его планы. Еще раз спасибо, Евгения Елена, наработку мне подбросили. Вы понимаете, сколько времени пройдет, пока я пробьюсь к этому мэру? Есть у меня одна мысль. Ну, должна же быть в популярности известного автора какие-то положительные стороны. Ну, кроме внимания женщин. Друзья мои, сегодня мы открываем прекрасный новый парк, в котором установлено множество веселых развлечений. Пусть молодым у нас всегда будет, так сказать, дорога, а нашим старикам на каждой лавочке почет. Ура! Я поздравляю всех нас! Вперед к новым свершением! Ура! Ура! Добро пожаловать! Здравствуйте, Марат Рамильевич. Можно буквально два слова? Я Сергей Карский. Писатель. А, рад, рад. Вас видит представителя, так сказать, пера и лиры. Будем знакомы.
Какой у вас ко мне вопрос? Мы хотели обсудить ситуацию в вашей семье. Вы что, с ума сошли? Нет, нет, мы не собираемся вас шантажировать, и огласки тоже не хотим, поверьте. А чего вы хотите? Организовать вашу встречу со следователем. Неофициально, а просто для беседы и без протокола, конечно. Хорошо, придумали. А мне это зачем? Ну, вы представляете, что начнется, если следователь будет действовать официальным путем? Или если об этом узнают журналисты и ваши политические конкуренты. Поехали на вашу встречу. Вам хорошо, спокойно. Вы готовы отвечать на мои вопросы? Когда последний раз вы принимали наркотики? Вчера. А что конкретно вы принимали? Герыч, конечно. Вы пришли ко мне лечиться? Нет, мне папа велел. А что вы... Что вы на это скажете? Что ты скажешь? Наркозависимость Алины – это моя беда. Я с ней борюсь как могу. Никакая должность не защищает от этой беды. То есть, иными словами, вы признаете, что Венгеров вас шантажировал? Неофициально, да, признаю. У этого подонка был хороший аппетит, а у меня не было выхода. И я ему платил. А когда узнал, что его убили, страшно испугался. Хотите сказать, что это не вы его убили? Да, конечно, нет. Зачем? Мне оставалось всего месяц до назначения на новый срок без скандала. А дальше бы я его послал куда подальше и занялся бы лечением дочери. А что ж вы тогда так испугались, когда убили Венгерова? Как это говорится? Нет человека, нет проблем. Но если бы эта чертова видеозапись попала бы в чужие руки и была бы обнародована, я послал своих людей. Они... безуспешно копались в вещах Венгерова. Ну, я бы не сказал, что настолько безуспешно. Молодой человек, будьте любезны. Присаживайтесь. Что вы на это скажете? Вероятно, издержки производства. Мам, ну почему ты никогда не спрашиваешь моего мнения? Я слепая, но не бесправная. И людей я чувствую гораздо лучше, чем ты. Леся, почему ты со мной так разговариваешь? Все, что я делаю в этой жизни, я делаю исключительно ради тебя. А почему тогда ты отказалась взять деньги на операцию? Если он подаст в суд, то мы проиграем дело и вообще не получим ни копейки. Почему ты решила, что мы должны проиграть, а? Мама, он богатый. У него деньги на адвокатов, на взятки. А у нас что? Девочка моя, скажи мне, пожалуйста, ты хочешь нормально жить или всю жизнь бояться? Конечно, хочу жить нормально. Вот и не ной. А делай то, что я тебе говорю. Товарищ следователь, признаю, виноваты. Перестарались, так сказать. Мои люди, я на это команды не давал. Вас как зовут, молодой человек? Лев Брагин. Прекрасно, Лев Брагин. Лично я и, так сказать, собственноручно приношу вам свои извинения. Спасибо, конечно, но мне голову пробили. Не спешите, не спешите. Я еще не закончил. Виновные будут наказаны, даю вам слово. А я готов понести все расходы по вашему лечению и восстановлению. Голова ведь дело не шуточное. Поедете на хороший курорт, отдохнете, взбодритесь. Стоматолога хорошего подыщет, опять же. А, скажите, у вас есть бумага и ручка? Простите? Ручка и бумага. Что, я должен написать, что претензий не имею? Ну, к чему... эти формальности. Вы напишите ваши координаты, и мои люди сегодня же свяжутся с вами и решат вопрос наилучшим образом. Вы потом напишите, имеете претензию или нет. Лев, не отказывайтесь.
в вашем состоянии это будет полезно. Вот. Ну, как хорошо, что мы понимаем друг друга. А вам я не смею что-либо предлагать. Но я хочу быть уверен, чтобы видеозапись с моей дочерью не была обнародована. Ну что, что вы, я никогда в шантаже замечен не был. Так что вам нечего опасаться, за исключением только подозрения в организации убийства. Я вам вот что скажу. Можете проверять меня совершенно открыто, несмотря на мой статус. Я решил, не останусь на второй срок. Я уйду в отставку и займусь дочерью. Достаточно с меня этих галер. А когда вы закончите следствие, уеду с Алиной куда-нибудь в теплые края. Может быть, и внуков дождусь. А вам, молодой человек, все, что обещал, остается в силе. Я сейчас разрыдаюсь, Евгения Веленовна. Давайте-ка я вас подвезу, Евгения Веленовна. Спасибо. Понимаю. Конечно, Царев не единственный, кого мог шантажировать Венгеров. Но ведь офис Венгерова был абсолютно не тронут. Да, убийца там ничего не искал, даже компьютер не забрал. Может, его убили вообще по другой причине? Нет, 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 нет ни одной зацепки. Ну, одна-то у меня имеется. Петр Михайлович, ну что ж вы молчите? Не хотел наперед. Я поднял все дела о деятельности Венгерова. Так вот, выяснилось, что, кроме всего прочего, он около 2 лет возглавлял судебно-психиатрическую комиссию. Комиссия, которая выдает заключение о вменяемости подследственных? Так там может быть вообще все что угодно. Надо выяснить, каким делам его привлекали. Ой, официальный запрос будет идти очень долго. Я об этом думал. Есть у меня старый дружочек в институте сербского. Федор Михайлович, а есть какое-нибудь ведомство, где у вас нет ни одного дружочка? Давно живу, Евгения Веленовна. Прошу. Сереж, тебе не надоели эти суши? Я тебя звал в ресторан, ты сама отказалась. Ну, я после работы. Как-то по ресторанам хотите. Сил нет убираться, тоже сил нет. Что-то как-то у нас грязно. Да ладно. Ну, хочешь, позвоню завтра в агентство. Нам пришлют домработницу. О, хочу. Ёмушка, я рада, что вы раньше пришли. Можно я быстренько уберу в кабинете, конечно, пока Венгерова нету? Да, пойдемте. Слушай, а ты помнишь уборщицу из офиса Венгерова? Она же сейчас осталась без работы. Может, мы ее пригласим? А почему именно ее? Честно, мне очень хочется с ней поговорить. Так, чтобы она не думала, что я опять допрашиваю. Она же может что-то знать про Венгерова. Уборщицы очень много чего замечают. Мусор какой-нибудь увидела или слышала какой-нибудь разговор. А вдруг она знает что-нибудь такое, что может вывести на убийцу? Ну, давай пригласим. Ты такая хитрая. Да. Красивая. Да. Ну, съешь еще немножко. Ой, знаете, у вас очень красивый дом, очень. Спасибо, что предложили мне работу. Знаете, сейчас на пенсию ведь не проживешь, а устроиться трудно. Тем более в офисе произошло убийство. Ну, кто захочет связываться? А, кстати, полиция не нашла убийцу? Пока нет. Калерия Андреевна, а вот вы в поведении Венгерова ничего необычного не замечали? Да нет, ну, да я его почти не видела. Ну, я подумаю. Ой, что я болтаю? Вы же уходить хотели. Да, надо за продуктами съездить, а то у нас в холодильнике мышь повесилась. О, а если хотите, я могу вам готовить. Да, вот могу прямо сегодня приготовить плов. А вы потом решите. Но такого плова вам никто никогда не приготовит. Спасибо большое, но Евгения Евленовна замечательная хозяйка. Она прекрасно готовит. Что надо купить для плова?
баранину, нешлифованный рис, зиру, грецкие орехи, морковь, изюм, кизил. Стоп. Давайте мне вот это все скинете на телефон, потому что я так не запомню. Хорошо, я напишу. Угу. Напишу. Ладно, спасибо. Все, осваивайтесь. Да, спасибо. Там, значит, зира. Она тебе пришла. Ой, слушай, у меня дежавю. Ну, перестань, мы так непросто. Привет, Олег. Привет. Что случилось? Ой, простите, не хотел вас беспокоить, так на минуту зашел. Я в Омск уезжаю. О, ну, счастливого пути. Ладно, я в машине подожду. Спасибо. Привет. Привет. На самом деле хотел спросить, может, привезти чего? Соскучилась, небось, по сибирским дарам? А, ты вернешься? Ой, господи. Привезти, даже не знаю. Воздуха привези сибирского, остальное у меня вроде все есть. Я просто думала, что ты насовсем. Жень, ну куда мне возвращаться? На старом месте новую жизнь не построишь, а здесь хоть работа какая есть. Да. Ты решил остаться в винтаже? Там, говорят, новый главврач. Да, хороший мужик и отпустил меня за свой счет. Я в Омск еду, хочу к знакомому своему попасть. Он там китайскую народную медицину практикует. Ну, может, сделает что с рукой, а то... Я знаю, что хирургом мне не быть, но содержать себя как-то надо, ты же понимаешь, а рука... практически не слушается. Да. Ненавижу! Да ладно, чего теперь? Сам на нож полез, никто же не просил, правда? Ну, чего стоишь? Беги. Да беги, беги. Я вижу, что новое дело важное у тебя нарисовалось. Да, да, мне действительно надо идти. Была рада тебя видеть. А, может быть, тебя подвезти? Да нет, не нужно. Ладно. Хорошей дороги. Рад тебя видеть. Федь, а слухи ходят, ты наконец женился. Врут, небось? Да нет, Вань, не врут. Встретил замечательную женщину и уставить не мог. А чего тогда свадьбу зажал? А чтоб не увели, знаю я вас чертей. Да ладно, шучу. Такие в наши годы свадьбы, так расписались по-быстрому и все. Ну, а чего тогда к делу не переходишь? В жизни не поверю, что ты меня просто пообедать позвал. Это верно. Не просто. Помощь мне твоя нужна, Ваня. Калерия Андреевна, у меня просто нет слов. Я ничего подобного в жизни не ела. Я плов ел в Астане, в Ташкенте, в Бухаре, в Душанбе, но такого я нигде не ел. Ну, чтобы попробовать такой плов, надо поехать в Герат. Это меня там научили готовить. Вы не могли бы приподнять одежду? А, да, конечно. Я же врач, как я не догадался. Пожалуйста, пожалуйста. Вот видите шрамы? А это что, огнестрел? Да, это Афганистан. Я служил там врачом. А вы бывали в Герате? Да, когда-то давно работала. Знаете, жизнь длинная, где я только не была. Ну,
Если я вам не нужна, то я, пожалуй, поеду. Спасибо, Калерия. Спасибо. Да. Ну, всего доброго. Через 3 дня приеду. До свидания. До свидания. Ой. Что, Жень, ты так напряглась из-за Герата? Герат у нас в Афганистане, да? Угу. Угу. Сереж, как же так получилось, что мы совсем не проверяли Калерию Андреевну? Да не знаю, как-то... Так мы вместе с ней труп нашли. А зачем ей это? Да, действительно. Так, чай будем пить позже. За компьютер. Какой ты Герат, ну, так вкусно. А потом я попросила Карского отследить их телефоны. И выяснилось, что они постоянно находятся в одной соте. Понимаете, Федор Михайлович? Да, уж умеете вы удивить, Евгения Веленна. Ну, я, знаете ли, тоже на месте не сидел. Как обещал, встретился со своим дружком из сербского. И много мне он интересного раздобыл. Соберите. Так что у меня появился незамысловатый план. Я никуда не поеду. И вообще, кто сказал, что я на это соглашусь? Полиция. Тихо. Алло. Карелия Андреевна. Добрый день. Добрый. Полковник Перфилев. Скажите, голубушка, вы давно мыли светильники в кабинете у Венгерова? А, да, я их вообще не мыла. Я же там всего 2 месяца работала. Ах, вот как. Ну, это просто замечательно. В таком случае я попрошу вас завтра прийти в кабинет, ну, скажем, часов... 8 утра. Зачем? Вы будете понятой. Нам стало известно, что в кабинете находится скрытая видеокамера. А, хорошо, приеду. Благодарю вас, благодарю. Вот такие карусельки. Камеры здесь нет и никогда не было. Капюшончик снимите, любезнейший. Присаживайтесь, господин Никишкин, присаживайтесь. Разговор у нас будет долгий, торопиться нам некуда. А перед тем, как начнем, Кравцов, голубчик, привези-ка нам эту Карелию Андреевну Репнину, драгоценную нашу. Кстати, адресочек подскажите, будьте любезны. Не подскажу. Карелия Андреевна здесь вообще ни при чем. Она ничего не знает, я ее в свои планы не посвящал. Так что все было так, как и было. Нет, не могу. Не могу. Давай, быстрее. Я не... Значит, по-хорошему не хотите. Ну, почему? Можно и по-хорошему, только... Ну, их все равно не поймать. Федор Михайлович, Карский только что прислал. На имя Калерии Андреевны Репниной был куплен билет Москва-Бангкок. Откуда вылет? Кравцов, что стоишь? Быстро в аэропорт! Поздно уже. Самолет только что взлетел. Вот теперь можем и поговорить. Да? Кравцов, собери мне все по этой Репниной. Родственники, знакомые, соседи, не знаю, попутчики в трамвае. Неужели нет способа, чтобы ее вернуть? Понял, сделаю.
Ну что ж, Виктор Степанович, должен признать, а вы меня мастерски провели. Какую сцену разыграли в прошлый раз? В юности в драм-кружке занимался. А я оценил. Во имя чего старались? Почему скрыли от следствия, что хорошо знали господина Венгерова? Ведь с его тетушкой вы долгое время работали в одной больнице. Вы же не анонимно стали ему донором костного мозга. Прекрасно знали, для кого вы это делаете. Застеснялся, наверное. Неудобно хвастаться тем, что ты спасаешь людям жизнь. Похвально, действительно похвально. Почему вы ничего не рассказали о своем внуке? Думали, мы не узнаем. А вы уверены, что вы все узнали? Давайте я попробую, а вы подправите. Попробуйте. Итак, ваш внук Антон Шувалов после совершенного преступления проходил освидетельствование судебно-психиатрической комиссии, которую, кстати, возглавлял Венгеров. Так? Пока так. Прекрасно. В таком случае я продолжаю. Венгеров вынес заключение, что парень совершенно здоров. Никаких смягчающих обстоятельств. Суд выносит приговор, и ваш внук отправляется отбывать наказание в места лишения свободы, где довольно-таки скоро погибает. Вы после этого едете к Венгерову и убиваете его. Я ничего не упустил. Как же вам хочется считать меня моральным уродом. И меня, и тоже. Только вы ничего не знаете. То, что произошло с Антоном, это случай. Это беда, и это могло произойти с любым человеком. Понимаете, с любым человеком. Спорное утверждение вам не кажется? Давайте поспорим. Вы сами сказали, что у нас есть на это время. Антон, мой внук, убил человека. Я его не оправдываю. Но вы поймите, это случай. Случайная драка, случайный удар. Человек падает, и все. Труп. Вы хотели сказать, что смягчающие обстоятельства все-таки были? Физмат МГУ, третий курс. Университет, вы представляете, там какие нагрузки? Антон был всегда прилежным учеником, он подавал огромные надежды. Но организм – это не машина, он просто не выдержал. Началась депрессия, бессонница, панические атаки. Я испугался, нашел врача, и тот прописал ему транквилизаторы. Категорически несовместимы с алкоголем. Вы хороший врач, я это понял сразу. Вы правы. Антон, да тут трижды проклятой вечеринки вообще ничего не пил. Он ни капли в рот не брал. Он там выпил, ну, я не знаю, сорвался. У молодых людей это бывает, а дальше вы знаете. Вы отправились к Венгерову за помощью? Разумеется. Ромочка, я очень тебя прошу отнестись к Антону внимательно. Да, конечно, Виктор Степанович, какой разговор? Мы сделаем все как надо. Ты только не подумай, что я прошу тебя о чем-то противозаконном. Мне не нужен подлог. Напротив, я хочу, чтобы все было по-честному. Так это вообще проще. Понимаешь, дело в том, что отец того мальчика, ну, который погиб, он человек влиятельный, но крайне неуравновешенный. Он открыто заявил, что на суд ему наплевать, что он с Антошей сам разберется. Я не могу этого допустить. Антон в тот момент сам не верил, что творил. Я, конечно, сделаю все, но если мы признаем вашего внука невменяемым, его отправят в спецлечебницу, вы это понимаете? Ну, конечно, я понимаю. Конечно. Но это единственный шанс оставить Антона в живых. В тюрьме он и месяца не проживет. Вы поймите меня, я не просил нарушать закон. Я хотел объективности и правды, и больше ничего. Возможно, Венгерову угрожали, поэтому он вынес такое решение. Угрожали? Какой вы наивный. Заплатили, и он взял.
и даже меня об этом не предупредил, а я бы мог что-то предпринять для спасения Антона. Я Венгерову очень доверял. Я запросил дело вашего внука. В зоне произошла общая драка. Виновного не нашли. Неважно, в чьей руке был нож. Важно, кто его заточил. А что касается Венгерова, то я, по сути, его не убивал. Я просто забрал у него жизнь, которую однажды ему одолжил. И вы попросили свою хорошую знакомую Калерию Андреевну устроиться к Венгерову в офис уборщицей. Вам нужны были подробности его жизни, распорядок дня и прочее. Вы не учли, что в наше время тайн практически не бывает. Мы довольно быстро смогли установить, что Калерия Андреевна никакая не уборщица, а высококвалифицированная медсестра. Служила в Афганистане с вами в одно время. И когда мы поняли, что вы с ней в одной лодке, нам осталось устроить вам небольшую ловушку. Я разочарован в себе. Никогда не думал, что могу попасться на такую примитивную уловку. Ну, раз всем все понятно и ясно, вы не могли бы меня отправить обратно в камеру? Я просто устал. Гражданка, ну я же вам русским языком объясняю. Полковник Перфильев сейчас занят. Вы просто пойдите и скажите вашему следователю мою фамилию. Уверен, он будет счастлив. Внизу страницы пишите. С моих слов записано верно. Мною прочитано. Дата, подпись. Товарищ полковник, извините, тут какая-то... Все, спасибо, иди, здрасте. Ты как здесь? Ты же должна быть в самолете. Витя, ну ты просто как маленький. Мое соучастие они не докажут. А посылки на зону из Таиланда будут идти слишком долго. Я вам должна сказать, что пока я работала в этом офисе, я про этого Венгерова, знаете, сколько узнала? Странно, что он вообще так долго жил. Его давно должны были уже убить. Мы все, голубушка, кому-то поперек горла стоим. Если действовать вашими методами, на земле людей не останется. В камеру его! Как? Так, голубчики мои, я что-то ничего не понимаю, вы меня простите. Ну, свадьба сорвалась. Нехорошо. И что? Мы остались без торжества? Юрий Михайлович, а что вы меня спрашиваете? У нас все Евгения Миленовна решает. Ах, вот скажет, как. Так и будет. Евгения Миленовна. Ну, просто не уверена, что нужно опять устраивать этот торжественный сбор. Что такое? Секундочку. Я себе на нервной почве купила новое платье. И куда я теперь в нем пойду, если не на вашу свадьбу, а? Просто прекрасная логика. Платье себе купила ты, да. А выходить замуж должна я. И что значит должна? Что значит должна? Сереж, ты слышал, да? Она просто хочет новое платье. Тем более, что прошлое оказалось так себе счастливым. Но я подготовилась. Смотрите, пожалуйста. Да, да. Итак, мы смотрим платье. Давай. Смотри. Боюсь, что это надолго, Сергей Ильич. Нет, знаешь, вот смотри. Давайте выйдем воздухом подышать. Сергей Михайлович, я поддерживаю предложение. А, правильно. Вот. Да. Не увлекайтесь тут Евгением Ильичем. Ну, тоже. Не переживай, она в моих надежных руках. Женек, значит, что я думаю? Вот здесь слишком открыто. Но если не... Ну что? Сергей Ильич. Я понимаю, что вам не хочется раздувать скандал, но похищение – это серьезное уголовное дело, и оно требует расследования. Федор Михайлович, ну зачем вам лишние хлопоты? Закройте дело. Скажите там, что загулял, потом вернулся. Ну, бывает же такое. Ой, батенька, бывает. В жизни еще не такое бывает. А где гарантия, что опасность миновала? Пока ваш похититель на свободе, мы не можем быть спокойными. Если вы за Женю боитесь, ну, ходите, я охрану найму. Вы же умный человек, но иногда я вашу логику не понимаю.
Ладно. Пойдемте к нашим дамам. А то они заподозрят, что у нас появились секреты, а это чревато. Дай еще раз посмотреть. Подожди. Ну, давай. Ну, хорошо, все нормально. Ну, а здесь? А, ты хочешь закрыть просто? Выбрала себе платье. Ладно, Сереж, не изображай интерес. Мы прекрасно поняли, что вы просто от нас сбежали, чтобы обсудить свои секреты. А вообще вот, да, вот это. Ох, Сергей Леонидович, хватило же у вас смелости такую невесту себе выбрать. Евгения Веленовна у нас как рентген, на 2 метра под землей все видит. Да, Федь, не пугай Сережу, а то он опять сбежит. Дамы назад, быстро в дом! Да, правда, давайте, давайте. Ну куда? Как же это? Смотрите, вон. Да, Женя! Куда? Женя! Куда, Евгения Женя! Веленовна? Господи! Алена Ивановна. Кравцов, не спать, бери криминалистов.